И всем привет! Вот мы вернулись в игру. Так, что у нас тут? Это уже переплавилось. Энергия набралась. В смысле масса. Я вот еще пару баночек сделал на всякий пожарный. Так, полтинничек. Ну, в принципе... Осталось-то не так уж и долго. Побегаем потом. Придем чуть попозже. Сходим сейчас на гору Шахтер. Надо что-то поесть, да? Да. Сколько раки дают? Кстати, раков пока оставлю. Может быть, будут какие-то новые эти вот. Хотя вряд ли с раками что-то будет. С раками. С рачками что-то будет. Новенькое. Но поживем и увидим. В общем, ладно. Солнце есть, лампочку пока рубай. Нам уже как бы и не надо. Что с печкой? Так, опять половина, да? Давай пару угольков подкинем. О! На всякий случай бахнем еще водички. Кухочка, что ты тут делаешь? Так, 9. 9, ну пока рано еще. 9,5 полосочки 10 до 10 уровня. Так, железки, шмелески, все подбираем. Любезно кто-то предоставил мне ящичек с пулькой. Внезапно. Ух ты. Туалетная бумага. Так, никого не видно, ничего не видно, никаких ящиков и шмящиков, вообще ничего нет. Ну, рубанем туда дерево, червячки. Может, приманки надо делать срочным образом? Кто его знает, что там будет и как. Может, червячки тоже будут портиться? Пошли рабоним еще туда то дерево. Ну, червячков можно, в принципе, у меня там место есть в холодильнике. Можно положить. Если он специально ведет холодильники для ягод какие-то там. Ну, не знаю, как там. Морозильную камеру, допустим. Это холодильник для хранения мяса, а то морозильная камера, типа. Для заморозки фруктов, чтобы они не портились, типа того. То тогда другое дело. Эти холодильники я буду использовать тогда как шкафы. В них можно туда шлюз, можно ложить все что угодно. Правда, места мало, ну да, фиг с ним. Там что-то можно будет держать. Без электричества, я имею в виду. Так, что это? Не то, что я не беру. Это метал. Кстати, метал уже прилично насобиралось. На самом-то деле. Так. Так, и все? А, не, еще кусочек металла. Итого 3 штуки. Как-то несерьезно, ребятки. За хоть по 4 штучки дали. Да, отлично, прям по 4 именно и дали. Делаем еще червячка. И веревочку. В смысле, червячка, приманку. Так, вот началось. Никогда не было, и вот опять. Так, сутылый собакин. Ты вот не там, вообще прям не по теме. Вот, молодец. Октябрь месяц, лосяша бодается. Блин, думал, все. Ай, нет. Ну что ты? Мажешь там. Бубу, говоришь? Я даже не услышал его. Только увидел, что он в мою сторону начал хребет свой тянуть. Еще один сутулый. Сутула горбатый.
Вот еще косолапенький. Почему-то только второго уровня. Слабенький такой попался. Мало кушал каши. Так, тут мы все. Возможно, мне уже... О, картошечка прям целенькая. Возможно, надо искать. Блин, все время теперь оглядывался надо. Кто это был, курица или заяц, вот не заметил. Ну, медицинский лист, я же не думаю, что будет портиться. Хотя я уже даже и в этом, нет, это заяц. Хотя я даже уже в этом не уверен, что будет ли они портиться. А может быть, их наоборот надо будет сушить? Ну, короче, да. Чтобы их использовать. Фиг ее знает. Что он там придумает? Ведет ли он новый холодильник для специально для ягод? Ну, это какой-то бред. Специальный холодильник для ягод. Ну, это какой-то нонсенс, как минимум. Так, еще один. Кволик. Хотя в Канаде, наверное, не такой еще есть. А ты посмотри, тут тот же самый кроль или другой? Скорее всего, тот же самый. Так, пока ничего не видно. Никаких... Так, что это? Что-то есть медицинское растение. Давай сюда. Уже ввел бы сушилку для мяса. Вот, раз уже начинаешь такой фигней заниматься. Сушилку для мяса. Ну, там же ничего сложного. Во всех играх, во многих играх, выживалках есть сушилка для мяса. То есть три ветки, грубо говоря, перевязанные веревками, и на нем на веревочках развешивается мясо. Тупо оно сушится на солнце. Ну, просто сушится. Нарезано на небольшие кусочки, тоненькими. И оно сохнет. Ладно, давай забирай уже. А сухое мясо долго не портится. Тем более в сухом виде оно вообще, по-моему, не портится. Если влаги никакой нету. Так, давай нырнем. Может быть, здесь нам жемчужинка обломится. В чем я, конечно, сильно сомневаюсь, но мало ли. Так, ну, возьмем. Возьмем с собой вот эту штучку. Штучку-дрючку и пошли. Так, вернемся на базу, пока будем бежать назад. Походу надо споймать курицу. Тут они где-то обычно ошиваются. Так, пока вижу, что ошиваются только мишки-топтышки. Так, вон кто-то ломанулся. Это у нас кволик. Кволик мне не нужен. Где мишка? Бляха, вот мишка. Курица, да чтоб ты был здоров. Да я не понял, второй раз меня как-то догнал. Там, блин, ящик он пропустил. Еще один ящик. Или это тот же ящик? Нет, это не тот же ящик. Так, Михаил, ты что-то это вот. По-моему, берега попутал. Если что, у меня пристрелить тебе прочности ружья хватит. Пару патронов выдержит. Давай. Берем сумочку. Так, это сюда. Паранойя. С этим шумом, блин. Ладно, оставляй себе эту сумку. Своими гвоздями. Я уже сделал. Я думал, что не сделал. Так. Забирай декатон. Или ягодку. Интересно, а как же будет ягодка портиться в этой сумке? Допустим, сумка лежит 20 минут, а ягодка, допустим, 10 минут будет портиться. Откроешь, а там пустая сумка будет? Да вряд ли. Пока ты ее, как говорится, не сорвешь или в карман не положишь, она портиться не будет. Ну, в смысле, то, что в игре появится.
Помидорка тоже пойдет. С одной семечки аж целых две помидорки вырастают. Какой прибыль, блин, какая прибыль, то есть. В реальной жизни бы вообще этим никто не, в жизни не занимался выращивать. Посадил 100, получил 200 помидорок. Потом ты берешь из этих помидорок по одной семечке, садишь их, и ты и в итоге ты ничего не имеешь. Смешно. Наверное, в Канаде только такие помидоры растут. Ой, Миша, я это не туда зашел, извиняюсь. Ладно, что-то курицы как-то так и даже нету. Не встретил по дороге. Странно. Странно, странно. Дайте хоть одну. А, вот она, пожалуйста. Сейчас как ляпнусь. Иди сюда ж ты, пернатая морда. Есть контакт? Так, а здесь нас никто не ждет? Ждет, уже унюхал даже. О, десяточка, иди сюда. Блин, не успел, ладно. Ага, что такое? Не получилось. А вот у меня получилось. Вполне себе успешно. Ой, зачем я руки помыл? Ну да ладно. Клац. Пошли. Давай. Меняй место жительства. Так, шуток. Надо будет супчик сейчас подкинуть. И еще, наверное, сварить. Ох, как молотят эти вот генераторы. Как у нас там? Ну, неплохо. А ну, врубани генератор. Ну да, с генератором, конечно, уже не так, скажем так, эффективно. Но у нас же еще и расход идет. Какой-никакой. Так, 100%, давай. Что там, кошачью веревку? Так, мясо сюда. Эту хрень сюда. Так. Палаты, доски. Два свитка. Не забываем про два свитка. Так, давай, вперед. Есть. Улучшили. Я надеюсь, что этот канадский разработчик не введет специальные холодильники для этого дела. Отдельно под листья. Прикольно будет посмотреть на это. Так, давай-ка я поставлю туда еще. Мясо есть, отлично. Яичницу сделаем. Вперед. Так, три. Раз, два, три. Листья. Еще суп. Еще супчик. Обратно сбрасываем. Вот так-то лучше. Листья туда же. О. А то на коих только хранить. Так, дерево, доски. Вот это вот. Вот это вот. Это где-нибудь вот здесь полежит. Так, десятая курочка, давай. Дай-ка, раз-два, раз-два, раз-два. Курочка вперед. Палочка лишняя мне не нужна. Жирочек туда же. Так, вот это. Вот это вот. Это сюда. Это вот сюда. Это здесь живет. А вот это здесь живет. Так, давай-ка семечку-то все-таки нам сейчас пригодится. Ты досмотришь, уже все выросло.
Вода есть? 100%. Помидорка. Как раз. Тютелька в тютельку. 80, 85, 81. Начинает наполняться потихоньку, видать. 69. Вот дождь кончился. Давно не было, и вот опять. Так, вату. Вату выложим сюда. Так, яичница сготовилась. Сюда ее. Возьмем, курочку подкормим. Свеженькую. Ну, пойдет. Это орел, что ли, было? Или что-то такое, вроде как будто бы на дом тень какая-то пролетела или показалась. Или то листья были. Непонятно. Так, что мы там? А, яичницу не выложил. Непорядок. А, кстати, яичница-то уже... Так, ну как если, допустим, он ведет какой-то другой холодильник, я имею в виду, то можно будет мне разделить сырое мясо с этим. Может даже будет перестройку сделать какую-то. Ящики, шмящики, там все такое. Раз у нас появится больше этих вот. Так, ну ждем. Ждем, пока копится энергия. Блин, вообще поесть надо. Так-то. В принципе, то я уже могу простым мясом питаться. И не париться вообще по этому поводу. Как бы все равно уже больше здоровья не будет, чем есть уже сейчас. И теперь будет постоянно вот это вот 122, 124, или 123, 125, 123, 125. Ну, если у тебя укусит, то там раз, сразу здоровье минус единичку. Вот правильно, расти, расти. Расти большая и толстая. Так, ягодки это забираем. Как бы зима. И все такое на носу. Так, давно дождя не было. О, сумка. Внезапно. Еще, ух ты, еще одна семечка была в сумке. Ну вот, перехвалил, дали одно. Одно железко дали, вот зараза. Ну да ладно, сколько дали, столько дали. Мы еще могли бы и этого не дать. Это да. Так, берем. О, рыбачок, дурачок, пошел подвисать. Все, это уже, это диагноз. Пошли убьем его. Стоять. Тюлька в автомате. Это, наверное, был бомж, потому что он без рукавки был. Это точно пошел на рыбалку. Значит, где-то недалеко бомжи должны быть. Решили, так сказать, ухи поесть. А ухи-то нет. Охотник ушел, в смысле рыбак, ну, неважно. Рыбак-охотник и не вернулся. Наверное, волки съели. Так. Может сбегать-то озеро, посмотреть. Или здесь, ну, кстати, еще пошли червячка заберем. Здесь переплывем, посмотрим, может, где нам обломится. Жемчужинка. А дождик идет.
дождик так идет. Сейчас возьмем немножко еще дерева, червячков. Что у тебя там есть? Вот, давай как раз веревочку делай. Как раз веточку делай. Ну, вылазь. Топорик в руки. Никого нет? Вроде никого. Я точно сделал тише, да? Такое ощущение, что нет. Так. Опс. Промахнулся. Немножко. Так, червячок. Вперед. Наживочку. Так, а где здесь еще есть? Вот, вот тюлень, костер не горит. В смысле, не тухнет. Внезапно. А че это вдруг? Слушай, дождь уже довольно-таки давно идет. Костер у тебя как бы должен потухнуть. А, он все горит. Никто не пошел. Вроде нет. Он еще возле него сидит, греется. Не, ну то, что греется, то ладно. А почему костер не потух? Ха, кстати. О, вот этот уже второй этаж начал строить. Так, он забубнил, я услышал. И он даже побежал. Попробуем там его внизу оставить. Блин, я вышел к охотнику. Вон он мокнет, стоит под дождем. Ха, увидел меня. Ух ты. Ты еще идешь за мной? Блин, столько металла. Аж целых две плюшки. Я первый раз тут столько вижу. Ладно. Забираем. Хм, никого. Так, ну это я брать не буду. Да что ж такое, я же держу шифт, какого лешего. Ты посмотри, не, блин, не прыгает и все. Или не бежит, а вроде же бежала. Хрен поймешь. Рано, наверное, прыгнул сильно. Или вообще не прыгнул. Что-то я не понял. Юмора. Кволик. Стукнешься в дерево, в камень, там я тебя поймаю. Не, ну как хочешь. Дело хозяйское. Так, что у нас тут есть? Давай сюда. Итого 4 штучки, еще 2 веревки. Либо на брикетик пойдет. Еще 5 штучек надо найти. О, лосяша. Ну его банят у лосяшу. А его не так просто убить. А еще очень много надо потратить. Древесины, ой, древесины, блин, патронов. Темнеет. Потихонечку. Солнце где-то там, он над горизонтом, ну, ближе к закату уже клотится. Еще немножко и совсем темно станет. Да и погода, конечно, такая себе. Мягко говоря, не очень уж. Даже еще первого уровня не стало. Ну вот, хоть потише вроде. Аж целая приманка за целый день. Да уж. Прогрессируем.
смысле? Ладно. Так, тоник сюда давай. Это сюда. Это здесь живет. Порох тут живет. А здесь нечего слаживать даже. О, ну зато добавим металличка. Пускай дальше переплавляется. Так, и ягодку. Где-то здесь вот. Интересно тебе посмотреть. Уже дождь довольно-таки долго идет. Есть тут 100%? 99, считай. Да, здесь есть. Свет 16%. 16% 100. Тут тоже 16%, но 99, видать, еще пару капелек. Пару капелек должно затечь. 100. Здесь еще 99. Странно, как-то оно так работает. Дождь как бы одновременно должен везде идти, а не по очереди там какой-то. Сначала ты заполнишься, потом ты заполнишься, потом ты. Тут еще меньше, 98. Какие 16%? Алло. Тут уже 10, да, даже процентов, наверное, нет. Все, у него все 16. Да. А, ну, в принципе, тут не по тучам определяется. О, теперь нолик уже. Ну, раз нолик, значит, должно сейчас прям быстренько раз-раз и долиться. Расхода никакого нет воды. Только один доход. Так, ну и баня, хорош мокнуть. Сушка. Ой. Что-то она полная была. Ну, ладно. Ух ты. Не забываем. Во. Шикардосия. Съедим еще печень с луком. Ой, хорошо. Так, ну. Елочка вон она. Я ее под воду засунул. Пускай там живет. Так, мне сюда положить больше нечего. Посмотрим, что там с бутылками водой. Ты там, вы там работаете или... 19. Ну, сделаем бутылку 39-38. Ну, здесь вот, вот-вот скоро. Вот как раз. Сделалось. Холодно и те же пассатижи. Ну что ж, на этом буду заканчивать видео. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока.